Саламатсыздарбы, түз эфирде Маданияттар тил каналынын түз эфиринде адабий айтыш көрсөтүүсү. Бүгүнкү биз чыгарылышта орус тилинде жазылган ырларды, прозалар жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Андыктан бүгүнкү биздин көрсөтүүбүз орус тилинде болмокчу. Эгерде силерде кандайдыр бир кызыктырган суроолор болсо, түз байланыш телефондору аркылуу биздин студия менен байланышып, сурооңуздарды берип же пикириңиздерди билдирсеңиздер болот. Я сегодня приветствую нашей студии молодых. Ну и не очень, но тем не менее, как бы, да, для писателя 40-50 лет, даже это очень молодой возраст, да, творить можно и до бесконечности, до 90 и до 100 лет. Я приветствую вас. Сегодня у нас тема писателей и поэты современного Кыргызстана. Вообще, кыргызский народ богат на таланты, да, особенно в сфере литературы. Один только Чингиз Айтматов, да, чего стоит, его весь мир читает, любит. И, возможно, когда-нибудь в ближайшем будущем его успех повторят наши гости, да, в студии. Итак, у нас в гостях Азиз Исраилов, поэт, Дмитрий Ащиулов, поэт, журналист, и Тимур Керимбаев, поэт. Рада вас видеть. Здравствуйте. А вообще, давайте в самом начале нашим телезрителям расскажем о себе. Вообще, о чем вы пишете? Какие темы вас волнуют? Давайте вот с Дмитрия начнем. Я перебью вас, извините, вот в самом начале приношу извинения. У нас есть в студии прямая связь есть, можете набрать наши номера, которые видите на своих экранах, и задать свои вопросы или как бы выразить свои пожелания нашим гостям. Начинаем. Я пишу прозу в стиле постмодернизма, но в своих произведениях я пытаюсь показать мир немножко с другой точки зрения, немножко с другой стороны, чем мы его обычно видим. Ну и главная цель моих рассказов, повестей, задуматься о человеке, о той реальности, в которой мы существуем, о том мире и о том, что мы даем этому миру. Ну, в общем, общие темы, как всегда, литература пытается поднять. Вот, в общем-то, и в этом призвание литературы. Это я стараюсь не отставать. Замечательно. Азиз? В первую очередь в моих книгах самая главная цель людей – это духовность, возродить духовность. В последнее время человек много уделяет времени телу, но очень мало уделяет время духовности, духовной пище. Ко мне многие обращаются, так как является, у них проявляется голод души. И вот они обращаются даже просто за добрым словом. Ведь доброе слово, оно творит чудеса. И как сказано в одном из моих стихов, что доброе слово дороже, чем золотой слиток земли. Угу. Для вас. Ну, вы знаете, я пишу, у меня свободное как бы творчество. В основном пишу лирику. Угу. Это я описываю свое состояние внутреннее, тот или иной момент своей жизни. Также пишу стихи по произведениям Чингиза Айтматова. У меня на данный момент 4 стихотворения есть уже, которые по его произведениям. Это «Материнское поле», «Первый учитель», «Тополек мой красной косынки» и «Джебеля». Вот. Творчество Чингиза Айтматова сильно повлияло на мое творчество. Вот. У меня в планах и целях как бы есть в дальнейшем это продолжить дело. Я сам являюсь резидентом читательского клуба Чингиза Айтматова. Недавно выиграл в конкурсе по стихам, занял первое место. Вот. Стихи для меня — это душа, это смысл жизни, это моя душина, мне нравится писать. И в будущем я вижу себя, ну, не знаю, мне бы хотелось, чтобы как можно больше людей узнало о моем творчестве. Посредством своих стихов я хотел бы достучаться до людей. В наше время не хватает любви, искренности, порядочности где-то. И мне бы хотелось это как бы задеть в своих стихах. Как приятно, да, слышать такие слова от из уст, да, молодых
талантов. Мы вас от имени нашего канала поздравляем, да, с победой в конкурсе, да, который был в социальных сетях, да, насколько я знаю, да, через социальные сети. А вообще, вот когда читаешь биографию, скажем, да, какого-то выдающегося там писателя, поэта и так далее, рассказ начинается с того, что вот с молодых лет, да, или там, допустим, вот совсем недавно, вот, но это, как правило, меньше, да, происходит. Вообще, когда вы начали писать, Дмитрий? Ну, наверное, для каждого свое время, каждый к этому подходит по-своему человек. Я уже где-то около 25 лет было, когда мне вот захотелось написать что-то свое. Uh-huh. Я очень много читал, обожал литературу всех жанров, классику, фантастику, драмы. Uh-huh. Вот. И потом какой-то пришел момент, когда мне захотелось что-то тоже выразить на бумаге свое, вот, свои сюжеты, свои мысли. И вот сразу получилось, это вот для тех наших телезрителей, которые там решают, да, внутри себя вот начать что-то свое вот написать. Или это муки вот адские, вот иногда бывает, там читаешь и говорят, там какая-то книга, да, или какой-то стих пишется легко и быстро, а вот что-то иное там требует очень много сил, времени. Ну, как во всяком деле, нужно приложить старания, нужно... Сконцентрироваться, да? Не то, что научиться, но очень важно для творческого человека ощущать вдохновение, понимать, что такое вдохновение, и пользоваться этим. Плюс ведь это еще мастерство слова, изложение, формирование сюжета. Mm-hmm. Там очень много своих нюансов в построении рассказа, повести. И вот прежде чем это выносить на читательский, вот по моему мнению, на читательское обсуждение, нужно... В общем, приложить самому немало усилий, чтобы понять, интересно ли это кому-то еще, кроме тебя. Угу. А кто ваш первый читатель? Вот, скажем, книга, да, вот выпущена, проза написана. Кто читает, вот кроме вас, или это уже как родные бы... Родные и друзья. А, уже как бы ориентируясь на их мнение, вы можете подкорректировать или нет? Или вы соглашаетесь, выслушиваете и идете в типографию? Как это происходит? Если, да, я понимаю, что это... Там, поправимо. Интересно. А. И что это действительно так, критика. Конструктивная, вот, конструктивно, критика. Конструктивно, да, то, конечно, соглашаешься. И, естественно, ты должен быть отзывчив, потому что читатель – это главный человек для писателя. Мы говорим писатель, 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 но, наверное, для каждого пишущего, каждого творческого человека очень важен его зритель, его читатель, его слушатель. Угу. Потому что вот в искусстве самый главный – это человек, тот, кто приходит, смотрит, видит, что мы делаем. Вот поэтому... И обогащается, да, получается, тем, что вы хотите дать. Вот этот вот связь читатель и писатель, ну, очень важна для пишущего, потому что это его тоже обогащает. Он слушает отзывы, он смотрит на свое произведение уже с другой стороны, глазами читателя, он по-другому это видит. Угу. Вот, поэтому очень важно, чтобы... А вообще абстрагироваться вот глазами читателя, смотреть на свое собственное, да, на детище, да, скажем так, свое, сложно или... Это важно уметь. Это нужно уметь. А, да, есть как бы редакторы. Есть такие профессионалы, это люди, которые вот оценивают. Вот это редакторское умение для пишущего человека тоже важно. Угу. Видеть немножко, абстрагироваться от своего произведения и немножко вот сбоку смотреть, а что ты там, может быть, ошибся, может быть, ты напридумывал. Для тебя все ясно, для читателя. Насколько это для читателя ясно, насколько это для читателя все там понятно, увлекательно. Но это замечательно, потому что, как правило, иногда бывает такое, что, допустим, творческий человек, да, говорит, открыто заявляет, вот я так вижу, это мое видение, это как бы, да, мое понимание ситуации. У вас как начиналось? Ну, я начал писать где-то буквально 2 года. Угу. До этого... вообще вот в жизни вы чем занимаетесь? От творчества я вообще далек. Я, получается, у меня по специальности я финансист. Закончил банковское дело, Национальный университет Чусубола Сагына. Вот, но я так понял, то, что это не мое. Я не офисный человек сам. Ну, в процессе обучения там, да, в ВУЗе, вы замечали, что вас тянет писать, что вот вообще, именно творческое? Вообще не было, да? Не было. До первого курса мне вообще сочинение помогала мама, признаюсь. По школе у меня то же самое, как бы, русская литература, ну, прям не ахти было.
Вот, возможно, где-то гены сыграли, возможно, где-то в жизни какие-то ситуации, обстоятельства какие-то сыграли, повлияли. У меня дедушка сам был журналистом, редактором. Он работал в КТРе, кстати, тоже. Вот, возможно, где-то его гены сыграли. Ну, назовите деда. Дедушка Карпай Керимбаев. Вот. Возможно, где-то гены его сыграли. Я благодарен ему. Он, вот именно он меня назвал Тимуром. Вот. Но в процессе, когда я начал писать, я писал для друзей, для подруг, для близких, родных. Но не придавая особого значения как-то к этому. В процессе потом как-то уже друзья посоветовали, как бы, почему тебе не сдать сборник свой. А я потом подумал, почему бы и нет. И как-то вот спонтанно все это зародилось, решил попробовать свои силы в новом направлении. Конечно, боялся критики, осуждения, думал, тут как бы для парня это, видите, тоже как бы у нас чуть менталитет такой, что если парень пишет, что это как-то, ну, Патрик, да, или как вот называют его, завучка. Да нет, мне кажется. Ну, не знаю, для меня это как-то было так. Ну, романтично, по крайней мере, даже я понимаю, о чем, наверное, и что вы писали для девчонок, подруг. Да, потом в процессе начал писать для девушек, тоже писать, посвящать, вот. Но потом переступил этот барьер и начал писать, публиковать уже. У меня моя площадка — это Facebook, туда я закидываю все свои стихи, все новые, все новинки в Instagram, Facebook. Вот моя площадка. А вообще вот было вот первый раз, когда вы решили показать кому-то свои стихи или там сборник, да, уже как бы готовый, волнение, вот стеснение некоторое? Ну, вы знаете, я благодарен своей маме. Это главный человек в моей жизни, который не только моя мама, а она все. Она и редактор мой, она и корректор, она... И друг. И друг, да. Она вот и как бы, когда я в процессе написал свое первое стихотворение, именно она оценила этот стих и сказал, что есть потенциал, нужно развивать. Вот. И как вот Дима ответил, то, что это труд, это нужно ежедневно работать над этим, оттачивать мастерство. Я даже сравниваю свой первый сборник, второй сборник и вот будущий, предстоящий сборник, что рост есть. Это не я уже, а это уже люди говорят конкретно. Замечательно. А вообще вот стихи маме посвященные есть? Маме, да. Ну, пока готовьтесь, я с Азизом переговорю. Вы, вот Азиз несколько дней назад написал в нашу редакцию письмо, да, поэтому мы оказались сегодня здесь, в этой студии. Азиз, вы начали писать вот с 14 лет. С 14 лет. Вот какая первая тема, какой первый стих был? Что вас любовь, так тронуло? Любовь. Я поругался с любимым человеком и, проснувшись на рассвете, честно говоря, я подумал, что схожу с ума. Рифмы до того наплыв пришел, что рифм, что я даже не знал, что делать. И взяв листок бумаги и ручку, я начал писать. И первый мой стих был посвящен той девушке, с которой я поругался. Я еще в школе учился. Он был такой. Я вижу пламенный рассвет вдали на горизонте. Тебя со мной рядом нет. И на душе так одиноко. Вернись ко мне, прошу тебя. Простив, пожалуйста, за все. Ведь каждый в этой жизни способен на ошибки. Но осознать свои ошибки не каждому дано. Мне кажется, даже такие, да, вот мысли не возникнут и у более взрослого человека, да, в 14 лет. Хочется узнать, девушка оценила стихотворение? Да, очень. Понятно. Начал писать. Первые стихи. Где-то рифма не хватало, где-то смысла не хватало, чего-то не хватало. Но постепенно, с опытом, я начал даже сейчас, на данный момент, я общаюсь в рифме. И некоторые родственники, друзья, знакомые говорят, поговори с нами нормально, вернись в то время, когда ты был без рифм. Я уже не могу. А вот, Азиз, скажите, пожалуйста, вот Тимуру, да, вот это поколение, которое выросло, да, непосредственно с социальными сетями, то есть они могут управлять как бы своим временем, публиковать. Я имею в виду, то есть гораздо меньше, да, времени им нужно для того, чтобы обратный отклик получить, обратное мнение. А вот ваше время, в 14 лет тем более, было, наверное, сложно с читателями, да, пока вы не выпустили первый сборник, первую книгу. Ну, вначале я просто писал, а вот... Просто писали, собирали у себя просто дома, писал, да? Просто писал, собирал и насобирал около, наверное, 11 тысяч. Стихов? Да, в тетрадях. И... А вот уже книги начал издавать, уже до того мама начала говорить, знакомые, друзья говорят, у тебя такие смысловые, говорит, стихи, попробуй, издай книгу. Поверь, у тебя все получится.
Я издал первую книгу. Издал первую книгу, сразу же выходит вторая книга. И за полгода я издал три книги. Три книги. Вот сейчас уже закончил четвертую книгу. Она скоро выйдет. Будет называться «Ледниковый период». Угу. Азиз, я вас перебью. У нас телефонный звонок. Алло. Представься, пожалуйста, и можете задать вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Я с Бишкека звоню. Сама учитель. У меня такой вопрос к вам. Вот писатели и поэты современного Кыргызстана, тут пишет тема. И вот мой первый вопрос. Вы встречаетесь с людьми публично в школах или где-то? А второй, богатые люди помогают вам книгу выпускать? Это самый больной вопрос на нашего времени для писателей, для творческих людей. Спасибо. Угу. Спасибо большое. А наша телезрительница, к сожалению, не представилась, но она предвосхитила мои вопросы. А здесь продолжаем, потом непременно ответим. Нет, вы знаете, нет. Я вот даже недавно ходил по очень таким уважаемым людям, просил спонсорства, просил помощи, но они очень грубо отреагировали, очень грубо отреагировали. Они мне сказали, что это невыгодное дело. Я говорю, здесь очень большая выгода, потому что выгода не только заключается в материальных благах, выгода заключается и в духовных благах, ибо мы здесь не вечные гости, и каждый, кто пришел в этот мир, однажды его покинет. Но с чем он покинет, нужно задуматься. У нас Дмитрий Ощеулов, еще и журналист. Вы общаетесь, наверное, и знаете, да, некоторую статистику. Вообще вот меценаты, они обращают внимание на молодых талантов именно в сфере литературы? Есть такие вот случаи? Наш зритель задал очень такой важный вопрос для литературы современной. Я думаю, что это не только в Кыргызстане. Обязатели там как-то богатых людей помогать писателям, это тоже не выход. Ну да, понятно. То есть проблема основная в том, что у нас упал читательский спрос на литературу в целом. Читателей нет. Если в 80-е годы книга была источником дефицитом, сегодня этого нет. У нас сегодня какой хочешь литературы много, плюс интернет. Который заполонил все, да? Это с одной стороны плохо, с другой хорошо. Доступность любой литературы для читателей тоже великолепна. Открываешь интернет, находишь какую хочешь книгу, читаешь. Вот. И вот литература и пишущие люди оказались в таком состоянии, что падающий читательский спрос с одной стороны. С другой стороны, вот уже книгоиздатели у нас обращаются тоже к правительству, просят снизить налоги, чтобы это помогло бы им в издательстве наших отечественных авторов. Но это, видимо, тоже какой-то очень болезненный вопрос. Вот. И богатые люди просто не решат это все. Писателей так или иначе много, а он же не может пустить весь свой бизнес на издание книг, которые потом... Наверное, популяризировать надо чтение среди молодежи, школьников, чтобы у них была потребность читать, чтобы у них была потребность не проводить время в интернете, а что-то вот сесть с той же печатным изданием и почитать. Это очень болезненный вопрос. Вы понимаете, тут не решить просто вот, обязав богатых людей, это там, помогать писателям. Но фактов вы тоже не знаете, да, не было? Да нет, по-моему, если я что-то вспоминаю. Вот, например, мне издательство «Литературный Кыргызстан», редакция журнала «Литературный Кыргызстан» помогла в 2010-м издать книгу. Но это, наверное, единичное, можно, да? Считать, что меценатство. Оно есть. Да, оно есть, есть. А вообще, вот, Тимур, вы пока еще не прочли стих, вопрос, вот, молодое поколение, оно сейчас читает, думает, анализирует, как вы думаете? Вы знаете, до того, как начать писать и издавать, как бы, свои стихи, я тоже много задумывался над этим вопросом, стоит ли это делать вообще, будет ли это развиваться, не будет ли развиваться. Но я думаю, знаете, если, кто, если не мы? У нас очень
Я рад то, что у нас подрастает хорошее поколение. То, что, ну, мне часто пишут в Фейсбуке студенты, начинающие поэты, которые просят как бы оценить, где-то подкорректировать, дать совет. Вот, мы с ними как бы переписываемся тоже, общаемся, ведем как бы тоже, как бы, ну, стараюсь по мере возможности как бы тоже наставлять. Но насчет того, что это хороший был вопрос задан, насчет спонсорства, насчет всего, я понимаю, то, что, знаете, у нас сейчас время такое, наверное, то, что чуть народ и люди все как бы чуть озлобились, все как-то стали занятыми, и меньше стало уделяться это времени как бы к чтению, все как бы сейчас в гаджетах, в телефонах, ну и как-то чтение книг-то и интерес к поэзии как-то утратилось. Это печально, но я думаю, нужно все равно продолжать стучаться. Если где-то закрылась одна дверь, то обязательно откроется другая дверь. То, что, мне кажется, усилия можно взять. Усилием берутся города, как говорится, так что... Замечательно. Давайте посвятим. Ага. Что вот... Тимур. К Тимуру, да. С другой стороны, интернет ведь тоже хорошая площадка. Пишущему человеку найти свою аудиторию. Вот я и говорю, вот это Тимуру гораздо легче. Да. Вот и нет, и да. Как бы... это очень хорошо, что сегодня есть интернет. Я немножко вот так вот предыдущий сказал, что интернет. Аудитория интернет. Бесконечная. Это всегда есть аудитория. Это не надо там ходить в издательство, что-то издавать. Ты выкладываешь произведение, и ты получаешь своего читателя. Крупные московские издания, уже как бы вот у них практика, человек, который получил популярность в интернете, он может быть, может печататься в издательствах. Вот там есть такая практика, поэтому... Когда в одно что-то закрывается, появляются другие новые пути. Поэтому у нас как бы, вот нельзя сказать, что вот все так плохо. Но лучше рассчитывать на себя, мне кажется. Ну да, тут... Тихий, Тимур. Можно давайте обрадуем. Стихотворение прочитаю на тему «Любовь». Давайте. «Люби все возрасты покорны. Ее ты встретить можешь где угодно. В трамвае и в метро. И даже утром ранним кафе, бистро. Простой поход в музей. Среди знакомых и друзей. На дне рождения и подруг случайно сомкнуться может этот круг. Решающая встреча готова состояться, и жизнь твоя мгновение может поменяться. Не встретишь долгожданную свою, которую со временем скажешь: я тебя люблю. Любовь, она не мыслит зла, ко всем добра. Ей хочется уюта и тепла, и чтоб единственная она была. Доверие у нее в приоритете. За судьбу двух сердец она в ответе, долготерпелива, и все прощает, на все любовью отвечает. Любовь не делает худого, и в ссорах не ищет себе другого. Может пойти в ущерб себе, лишь только хорошо было тебе. Она ранима необдуманным и сказанным словам, и как хрусталь разбиться может пополам. Чтоб сохранить любовь, нужно трудиться, и в ссорах нужно скорее мириться. Любовь дана на этом свете, чтоб трудности пройдя, остаться вместе». Замечательно. Браво. А Зис, вот я у вас... Я поддержу любовную тему. Давайте. Ну, перед этим вопрос, вот Пилигрим, творческий псевдоним. Почему Пилигрим, и есть ли у вас творческий псевдоним? Странник, путешественник, скиталец, дервиш, человек, знающий на многие вопросы ответы. Он постоянно, вот тем более сейчас, вот в такое время, я блуждаю, честно говоря, в человеческих душах, во взглядах. Бывает, порой иду по городу, бывает порой общаюсь с людьми. Они мне рассказывают свои проблемы. Из этого всего я создаю произведение. Я не знаю, почему, честно говоря, Пилигрим. Мне многие задали вопрос. Но однажды мне приснился сон. Сон приснился, и я увидел, как в пустыне идет человек. И такую же картинку я как-то увидел в интернете. И, прочитав это, я себе взял этот псевдоним. Понятно. И стих. Стих. Про любовь. Про любовь. Ты не узнаешь никогда, от неба скрыл я в сердце тайну, что ты являлась для меня души словами, муза сердца. Ты не узнаешь никогда, хотя, возможно, себя увидишь где-то в строчках. Но скажешь совпадение и только. Хотя на самом деле это ты была. Ты не узнаешь никогда, но я писать продолжу, может. А ты немного вдохнови. Прошу тебя, поэта-муза. Классно.
А вообще вот телезрительница, это первый ее вопрос был, встречаетесь ли вы с читателями вот в реальной жизни, да? Вот? Да. Как это происходит? Вы ходите там, допустим, в высшее учебное заведение, в школы или в какие-то другие организации, или это вот специально собранные почитатели вашего таланта? Это происходит, ваш... честно говоря, по-разному. Некоторые, mm-hmm. некоторые встречаются почитатели. Вот, например, вот недавно, когда вышла третья моя книга, которая называется «Я самогрешен на земле», я ездил в те школы, в которых я учился. Mm-hmm. В которых я учился и сделал чуть презент, подарок, что, чтобы там вот молодежь тоже развивалась. Они взяли номера моих телефонов и что вот хотели бы сотрудничать и устраивать какие-то поэтические вечера, вечер поэзии для детей 10-9 классов. Понятно. Ну, наверное, с Дмитрием мы одного поколения, да, люди. Uh-huh. А, вообще, вот я помню, да, как это у нас происходило в библиотеке или в классе. Мы читали, собирались, обсуждали. А вообще, вот сейчас, вот в настоящее время, нечто подобное в наших школах, в вузах или где-то еще происходит. Вот меня как раз перед Новым годом приглашали в учебный центр «Элим». Uh-huh. Я там общался со старшеклассниками. Они прочитали там один из моих рассказов. Очень мне понравилось. Ребята очень размышляющие, интересующиеся литературой. Я получил очень много от этого общения, новые мысли. Когда видишь глаза горящие, там задают вопросы. Там, в общем, вопросов было много о литературе, о философии. И понимаешь, что, в общем, еще как бы у нас очень хорошая молодежь, хорошая. Поколение растет, и учителя удивительные, которые с ними занимаются, рассказывают, приобщают. То есть не просто задали тему, да? Да, вот именно да. И учитель их был другом. Они, было видно, что вот у них очень хорошие с педагогом взаимоотношения, да. Поэтому очень радуют такие встречи. Ну, давайте для наших телезрителей тоже, да, молодого поколения, почитаем вот из вашего. В отличие от... остальных гостей у меня проза, поэтому мне не, ну все равно, немножко... давайте вот отрывок небольшой, чтобы они вот влюбились в ваше творчество и уже стали больше читать. Тут есть небольшой рассказ, он состоит из таких рваных отрывочков. Сейчас я вот хочу прочесть. Что после нас останется? Ворох поношенной одежды, стоптанные тапочки, стопка дисков с любимыми фильмами или фотографиями. Я – это вещи, которые окружают меня. Что мое имя? Лишь звук. Если меня не будет, что изменится в этом мире? Кто-то другой займет место в автобусе у окна. Похороны – это спектакль, представление, шоу, где главный герой – мертвец. Вокруг него родственники, соседи, зрители, массовка. У него нет реплик, нет текстов. Но он во всем. Хоть раз в жизни мы имеем право быть главными персонами на этом пиру бытия. Ну, закончу, потому что тут, мне кажется... Не, ну, два абзаца и все равно, да, такие глубокие. Мне кажется, немножко мрачноватые после прекрасной лирики моих друзей. Отрезвляющие, я бы сказала бы. Тимур. Ну, я сам состою в резидент читательского клуба «Чингиза Айтматова». Мы собираемся ежемесячно, получается. У нас сборы идут, где мы обсуждаем планы, ставим цели какие-то определенные уже, допустим. Также выступали в прошлом году в частной школе. У нас проходил вечер, посвященный юбилею Чингиза Айтматова. Вот. И, ну, у меня в планах есть тоже как бы выступить творческим вечером у себя в родной школе. Вот. Но это какая школа? Это 47-я школа, которую выучился, отучился. А вообще вот резиденты, кто они? Вот расскажите, это студенты, школьники или это уже состоявшиеся такие? Ну, наш клуб, получается, в прошлом году образовался, да, огромный год. Нашему клубу в состав входят люди, кто, у кого есть интерес к творчеству. Вот. У нас ограничений нету, площадка у нас открыта для всех, могут любой человек вступить в нее. Вот. Мы также есть в Фейсбуке. А где вы собираетесь? Ну, в разных местах. Это общественные места, да? Кафе, клубы? Возможно, ну, где-то, допустим, можно быть в кафешке, где-то у кого-то дома. Ну, за чашкой чая, кофе, как-то так обсудить все планы, мероприятия. Вот.
Ну, замечательно. А вообще вот вы заинтриговали, в самом начале сказали, что вот по произведениям Айтматова вы написали 4, да, стиха. Вот один из них зачитайте, пожалуйста. Я просто все свои стихотворения как бы наизусть не помню. Я их просто пишу, потом выкладываю на страничку. Телефоном мы договорились до эфира, что я могу вам стихотворение прочитать, которое я посвятил Чингострекулу Чайтматову. Давайте. Эпоха нас талантом одарила, любивший родину свою, душой богатой наградила. Он гений, мастер по перу. В его руках рождались строки, и новые творения создавались. Рассказы не были жестоки, о дружбе, о любви они писались. Он наш мыслитель и писатель, жизнь посвятившую свою. Я ваш поклонник и читатель, дань уважения вам я отдаю. Наследие ваше будет жить, оно для нас бесценно. И имя ваше будем чтить, в истории не уйдет оно бесследно. Вы наш земляк, вы наш Айтматов, вы гордость нашей всей страны. В сердцах поклонников, фанатов, герои ваши все живы. Как-то очень так. Хорошо, да. Вообще, я вот сама любила очень сильно Лермонтова, обожала, вот просто зачитывалась, да, им. А вот кто для вас, вот, кроме Айтматова, Айтматов, конечно, это наш родной, но тем не менее, вот кто вот пример вот, для подражания, может быть, я неправильные вещи говорю, вы не подражаете, естественно. Ну, в общем, эталон. Для меня? Для вас всех. Но для меня, знаете, какого конкретного такого определенного, за которым я прям подражал, вот такого нету. Я считаю то, что каждый поэт, он есть у него своя изюминка. Да, своя изюминка. Есть удачные, неудачные как бы стихи, есть такие хитовые, которые запомнились и которые, знаете, с годами стали бессмертными. Но мне нравится творчество Есенина, Дементьев, Асадов. Вот. Как бы стараюсь на них равняться, читаю. И подрастающее тоже поколение как бы неплохо сейчас тоже пишет. Но то, что плохо, единственное, как бы то, что они, знаете, некоторые замкнуты. Им не хватает толчка, мотивации. Талант есть, но... Талант есть, но он не раскрыт. Поэтому, мне кажется, нужно это как-то тоже популяризировать, помогать им тоже. А вот на русском пишущие их много? Много, очень много. Замечательно. Дмитрий, кто на вас повлиял? Вся мировая литература. Но кто особенно вам близок вот по духу, вот по мировоззрению, по посылу через свои произведения? С каждым возрастом какого-то из авторов выбираешь почему-то для тебя более близким, понятным. Вот, одно время я очень зачитывался Зощенко. Это как раз были 90-е, и его такая вот ирония в сторону советского быта, она тогда почему-то Ёршик. Вот, да. Потом очень Бунин пришел, стал популярен. У каждого автора учишься. Учишься чему-то вот такому главному, пытаешься понять, а как вот он подходит, как он разворачивает, показывает, как он работает с сюжетом, с героями, как он их подает. Поэтому вот мировая литература, она для любого читающего человека, это просто какой-то кладезь знаний, мудрости, хорошего настроения. Назовешь одних, других не назовешь. Мне нравятся все писатели. Очень хорошо, Азиз. Честно говоря, читал всех. Многих. И вот, прочитав многих из них, получился какой-то цветок, свое произведение. Там были и Умар Хайям, и Лев Толстой, Пушкин, Чингиз Айтматов, Есенин. Но большую часть я уделял Чингизу Айтматову, Льву Толстому и Умар Хайям. Поучительным в чем-то. И вот, с одной стороны, мои стихи стали поучительными. Поучительными очень. Понятно. Стихи, а вот вообще вот в нашей стране, да, вот в сегодняшних реалиях быть поэтом, быть писателем, быть человеком творческим, да, трудно? Как вы думаете? И ничем иным не занимаясь, если человек посвящает всего самого себя своему любимому делу. На одном творчестве далеко не уедешь, поэтому параллельно должно быть что-то какое-то, либо какая-то работа, либо бизнес, либо что-то. Потому что творчество, мне кажется, должно быть как хобби тоже. Если уделять только этому времени, то, мне кажется, тоже это неправильно, что, ну, не знаю, как-то творчество тоже много времени нужно уделять для этого. Непрактично, да, вы считаете? Но это мнение молодого поколения, а вот среднее поколение, что скажет? Прав.
творчество, оно, скорее всего, поэт, как хобби идет. Поэт и писатель должен кушать и обеспечивать, да, своих детей, да? Да, свою семью, поэтому сегодня творчество – это как хобби. Угу. Азиз, для вас? Да, то оно как хобби. И даже многие мне родственники говорят, что тебе нужно было родиться в советское время, где-то в 60-х, 70-х, где действительно ценили, говорит, вот этот труд, и тебя бы возносили. Но сейчас чуть, ну, тяжело, но все-таки пытаемся как-то донести ту искренность, которую в себе содержит наши души. Угу. Ну, я попрошу наших поэтов подготовить еще по одному стиху, а до этого вообще у нас, ну, скажем так, да, вот сейчас рыночная экономика, и в том числе и к вам, наверное, какие-то просьбы, заказы поступают. Вообще сложно писать, когда там определенная тема задана, определенные сроки и определенные пожелания вообще поступают такие? Легко ли работать вот в таких условиях? Бывает порой, что родственники обращаются и вот просят. Но у меня так получается, что стих на ходу рождается. Даже если это на заказ? Это просто так. Вот, например, у меня дядя есть. И он как-то увидел видеоролик, что там один из поэтов прочитал стих о дочерях. О дочерях. А у него трое детей, и три мальчика. И он мне говорит, ты можешь сочинить о мальчиках? Я сочинил нейтральный стих, в котором говорится, не только дочь умеет плакать, у сына тоже слезы есть. Но лучше между ними тот, кто чтит родителей своих. И поставил нейтральное положение, что бывает порой, что дочери, что сыновья порой бывают в семье, что лучше дочери. Но иногда это и наоборот. От человека зависит, от человека, да, вы это и донесли. Да. А вот у того человека, который читал тот стих о дочерях, он определенный факт делал на том, что дочери лучше. Угу. Вот. Понятно. Ну, на заказ я не пишу. На заказ это получается как бы за деньги. Угу. Не, ну скажем так, вот такая вот исполнительница. Я имею в виду, такая популярная, вот пришла, хочет вот непременно в вашем стиле вот что-то, какой-то стих. Ну, поступали пару заказов, но... Вы не стали работать, не стал, да? работать, да. Потому что это, видите, как бы теряешь свою как бы значимость. Потому что творчество это как бы идет от вдохновения. Получается. А это когда вольное, идет уже на заказ, да? это уже получается, ты должен подстроиться под этого человека и угодить ему. Ты уже, получается, как бы себя уже отодвигаешь. Поэтому мне кажется, чуть это неправильно, поэтому я решил как бы на заказ не писать. Пишу стихи для друзей, подруг, родственникам, знакомых на мероприятия какие-то. Вот. Но это как бы от души уже идет. Вот. Тем людям, которых я знаю. Ну, прозу-то, наверное, вряд ли закажут, но ну, тем да. не менее. Это было, опыта не было. Понятно. Ну и стихи от вас. Стих называется «Позови меня». Позови меня тихо и нежно, словно ветер примчусь я к тебе. Отогрей мое сердце безбрежное, что блуждало в холодной зиме. Я с тобой пролечу в океаны, и моря мы оставим вдали, к звездам, что в небе сияли, воплощая совместно мечты. Позови меня тихо и нежно, я прольюсь, как дождь по земле, и душа, что жила в мире грешном, расцветет, как сад по весне. Позови меня тихо и нежно, не пройду я тебя стороной, я плечо подставлю надежно, стану каменной твоей стеной. Позови меня тихо и нежно, я приду сквозь туман и пургу, ничего от тебя мне не нужно, лишь любовь подари мне свою. Позови меня тихо и нежно, я с тобой встречал бы рассвет, моя жизнь, что была суетной, обрела бы с тобой яркий цвет. Позови меня тихо и нежно, сквозь года мы любовь пронесем, наши сердца будут биться вечно, ведь с тобой мы будем вдвоем. Позови меня тихо и нежно. Замечательно, у нас есть телефонный звонок. Алло, вы в эфире, представьте, пожалуйста, и задайте свой вопрос. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу это сказать спасибо Азизу Анваровичу. Угу. Продолжайте. За ваши стихи очень тронуло. Когда я читала вашу стих-книгу, не могла сдержать слезы. Угу. Насколько вы жизненно пишете, словно читаете душу. Стих просто восхитительный. Угу.
В них много любви и искренних чувств. Вот такой романтик с большой буквы. Это наше время так редко встречается. Желаю вам прекрасного настроения, быть счастливым. И чтобы ваш талант развивался и увеличилось число ваших поклонников. Угу. Ну, большое, спасибо большое. Наверное, хорошо. Приятно, да, слышать. Очень. Вот я заметила, девушка, наверное, задавала вопрос с частями, да, и слушала себя. Поэтому такие паузы были. И стих от вас. Как давайте. Патриот, у меня в каждой книге, вы знаете, честно угу. говоря, я большую часть посвящаю душе, но в каждой книге я уделяю 2 стиха родине угу. и 2 стиха маме. Между прочим, здесь мама, я вас мама перебью, мой, у нас есть телефонный мама, звонок. Мой экзаменатор, между сейчас прочим. Телефонный звонок, алло, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Да, меня зовут, алло. Да, можете задавать. Алло. Алло, слышно? Да, слышно хорошо. Алло. Козел, да? Угу. Да, я вас скажу, да. Творчеством Тимура Тимаева хочу пожелать ему больших успехов. Угу, спасибо. Вот прям практически приятно. Параллельно, да? Позвонили, Азиз. И вот уделяю... 2 стиха, получается, посвященные родине, и 2... Родине и маме. Обязательно. Она мой экзаменатор. Читает первые мои произведения. Угу. Это моя проверка, мой тест. Это ей сколько лет? Маме 66, очень золотой человек. И вот в третьей книге очень хороший стих называется «Я целую твои мама руки». Давайте почитаем. Ну, я, в принципе, его помню. Угу. «Я целую твои мама руки, я целую и плачу в душе. Ты мой ангел-хранитель судьбе, светлый путь мой сердечный от Бога. Твоих рук аромат я вдыхаю, засыпай, подобно младенцу, улетаю и вновь возвращаюсь в сердце, что породило меня. Я целую твои, мама, руки и желаю я счастья тебе». И много связано стихов с Кыргызстаном. Вот, например, вот с новой книги, я его еще, честно говоря, даже не запомнил, с новой книги, в новой книге будет, которая вот выйдет, наверное, буквально в течение месяца. Она будет называться «Ледниковый период». Там будет такой стих «Кыргызстан». Между прочим, которые наши кыргызстанцы работают за рубежом, и когда они слышат стихи о Кыргызстане, им так на душе становится приятно, тепло, да? И они даже вот эти стихи о Кыргызстане друг другу пересылают с любовью. И вот будет такой стих, называется «Кыргызстан». «Ты знаешь, где моя страна?» Где горы выше облаков, и где душа всегда в покое живет, присутствуя во мне. Ты знаешь, где моя страна, где воздухом дышать приятно, и где прозрачная вода собой утоляет жажду. Ты знаешь, там, в моей стране, озер прекрасных очень много, но озером любви для всех название носит Иссык-Куль. Ты знаешь, где моя страна, где люди сами по себе друг другу рады улыбаться и слезы горя протереть. Моя страна, моя душа, моя слеза, моя любовь, мой дом и родина моя, название носит Кыргызстан. Замечательно. А вот, Дмитрий, вопрос. Вообще вот для поэтов и писателей есть какая-то вот площадка в Кыргызстане? Это, может быть, какие-то конкурсы или там встречи, симпозиумы писателей, поэтов? Есть нечто подобное, где они могут с друг другом познакомиться, общаться более тесно, сотрудничать, может быть, даже? Ну, опять же, верно. Всегда самая лучшая и удобная площадка – это интернет, где мы можем друг о друге узнавать. Я имею в виду публичная площадка. Вот есть вот какие-то такие мероприятия, вот большие, крупные? Литературный Кыргызстан, редакция, они, когда выходит номер очередной, проводят литературные вечера. Обзор, да? Я вас перебью, Дмитрий, у нас телефонный звонок, мы обязательно продолжим. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь. Меня зовут Махабат. Во-первых, я хотела выразить благодарность, что у нас есть такие таланты, я восхищена. И вот хотела бы задать именно Тимуру Керимбаеву вопрос, что Тимуру, что именно вас вдохновляет
А что является вашей музой? Или как приходит ваше настроение, чтобы написать определенный стих или произведение? Спасибо огромное. Угу. Спасибо вам. Мне кажется, после ваших стихов «Позови меня» там вопрос надо переформулировать. Кто является вашей музой? Вы пока готовите ответ, мы продолжаем с Дмитрием. Союз писателей тоже иногда проводит такие встречи. А вот международные какие-то конкурсы есть или таких вот, как раньше, вот при Советском Союзе? Ну, у нас сейчас каждый может сам выходить на международные конкурсы, участвует. Выходят ли? Есть ли такие факты, случаи, когда вот наши отечественные писатели, поэты участвуют? Да, да. Это где вот примерно? Ой, я вот сейчас как бы... Не назовете, но тем не менее есть, да? Да, да, есть. Вот, к сожалению, не помню. Вот, есть очень много примеров. Тут уже от активности пишущего человека. Опять интернет предоставляет такие возможности. Вот Тимур рассказывал, у них клуб есть, да, где они проводят читательский клуб. Вот тоже люди сами организовали, создали площадку, общаются. Это тоже очень замечательно, хорошие хотелось бы, чтобы о наших талантливых людях узнали еще и в других странах мира, да, хотя бы в странах СНГ. Азиз, вот с вашей производительностью непременно прямо выходите в социальные сети тоже, да? Ответ ваш, девушки. Ну, вопрос хороший, действительно, для поэта. Кто муза? Я переформулирую. Ну, музы как бы определенно такой нет сейчас у меня. Но жизненные ситуации, какие-то обстоятельства, это может быть где-то прочитанная книга, допустим, может повлиять как на вдохновение, на создание того или иного, допустим, стихотворения. Вот. Какие-то пережитые события, эмоции, что-то, какое-то волнение, не знаю. Ну, давайте один стих. Стих можно, я тогда подготовлюсь еще. Хорошо. А вот вообще правильный вопрос девушка задала, телезрительница, вот она предвосхитила. Скажите, пожалуйста, вот где вы черпаете? Вот вы же говорите, там какая-то ситуация, какой-то случай, да даже вот не очень приятное событие, это же тоже может повлиять, да? Момент ситуации, жизни, какое-то слово. Оно все так неожиданно происходит. Вот, например, в августе у меня... родился очень такой грустный стих. Можно прочту? Тает снег на губах от жары, превращая соленые слезы. Отчего ты, улыбка судьбы, в этом мире ко мне так жесток? Так нельзя. Это подло, поверь. Разыграть все красиво сначала, а потом утопить в небе вечности то, что было моим миром счастья. Слезы льются, подобно дождю, утопает печаль в облаках. Почему этот мир так жесток? И судьба, словно зло колтунов. Я один. Я один без тебя и в дороге не вижу я смысла. Ты ушла. И с тобой ушла. То, что я называл своей жизнью. Задумайтесь. Есть стихотворение, как раз к этому ответу можно приурочить. Называется «Душа поэта». Душа поэта безгранична. Она ранима и хрупка. И в поисках любви мы вечной сгораем с ней мы дотла. Душа поэта безгранична, она как малое дитя. В стихах своих бывает нежной, такая вот она уж вся. Душа поэта безгранична, она наивна и чиста. Не знаем мы любви частичной, мы отдаем себя сполна. Душа поэта безгранична, не всем дано ее понять. И что в душе у нас творится, не можем это мы скрывать. Мы бунтари своей судьбы, мы в поисках прекрасной музы. И силы черпая внутри, мы дарим вам свои стихи. Замечательно. Дмитрий, а вот, стих это понятно, да, вот, допустим, максимум, да, наверное, за сутки можно, да, хороший стих написать. Даже меньше, да? Ну, я говорю, мы берем максимум, а вот книгу, вот у вас вдохновение, вот какая-то вот тема волнительного затронула, как это у вас происходит, за какой период? Ну, тут, конечно, это по время потребуется больше, чем на... Не, ну, естественно, просто я к тому, что читаешь иногда, бывает, что некоторые произведения пишутся годами, там, 5-10 лет. Да, потому что порой даже по ходу написания сюжет, какие-то моменты меняются, осмысливаются по-новому. Уже другой взгляд, да, на эти вещи? Да. Бывают какие-то ситуации, когда автора уже сам сюжет ведет, где уже автор не может поменять логику происходящих событий, и он должен подчиняться тому, что он уже заложил. Уже герои сами по себе живут, нет, да? Они ведут автора. Автор уже согласно сюжету ведет, он не может ничего менять, потому что если он нарушает в этой точке логику, значит, он должен и в начале менять.
Поэтому, наверное, проза подольше, побольше требует. Но опять же, рассказ, он мало времени занимает. Повесть, роман. Тут все очень как бы относительно. А вообще образ поэта-писателя вот в современном Кыргызстане, он каков вообще? Я имею в виду не нарисовать вам, а вообще вот как общество его воспринимает, как относится к талантливым людям? В глазах и в сердцах общества вообще образ талантливых людей, пишущих именно. Общество все-таки очень такое вот, нам писателям, наверное, жаловаться не приходится, у нас люди отзывчивые, когда узнают там писатель, поэт. Да, вообще у нас хорошее отношение к любому профессионалу. Если человек что-то делает хорошо, там те же врачи у нас есть, на слуху прекрасные хирурги. Там, и мы всегда, общество говорит, да, это вот человек может. Главное, чтобы человек что-то умел, что-то делал то, что делал бы лучше мир вокруг. И люди всегда будут отзываться хорошо. То есть тут зависит от самого человека. Насколько он несет свою там миссию, то, что ему дано природой, Богом. И если это хорошо, то люди оценят. А вообще вот какую вы свою миссию видите в жизни? Миссия. Честно говоря, я даже не знаю. Не думали об этом? Не думал об этом, но я стараюсь как-то повлиять на то, как вот сам человек вот сейчас живет, и постараться, чтобы он взял направление пути своего к светлому, а не к темному. Вот, например, ситуация со мной случилась, вы знаете, я вспомнил сироту. Это случилось, когда в Кыргызстане пошел первый снег. И вот эта ситуация со мной случилась, и придя домой, я сочинил стих об этом мальчике, он называется «Сирота». «Сирота». Можно прочитать? Конечно. Из глаз моих слеза упала, увидев сироту сегодня. Присел я сразу рядом с ним. Мне стало больно за него. А снег все шел, и мы вдвоем под этим снегом промокали. А где родители твои? Он мне ответил, я не знаю. Пойдем, я накормлю тебя. Хотя я сам и не богат, но мы разделим пополам еду, что я смогу купить. А кто вы, дядя? Я поэт. Простой души любви романтик, плохой, хороший, я не знаю. Творцу об этом лучше знать. Возьми в дорогу мою куртку. Хотя тебе она большая, но все равно, прошу, возьми. Вдобавок эти вот монеты. Я буду за тебя молиться, и ты меня не забывай. Пусть рядом будет вечно Бог с тобой во всем, что есть и то, что будет. Одно мне жалко, ты прости. Не смог я много дать тебе. Теперь я буду сожалеть, что между нами все так вышло. И мы пошли дорогой разной, но я свой путь до дома весь о нем лишь думал со слезой. Куда пошел тот одинокий мальчик? Бросаем мы на произвол все то, что дарит нам любовь. А как же мерзко это все в тех людях, кто так поступает. Да, понятно. А вообще... Вот вы, Тимур, бывший банковский работник или ныне работаете? Нет, я не работал. А, вы не работали. Я просто отучился, но это, я понял, что это не моя семья. А сейчас чем занимаетесь? Сейчас у нас как бы с мамой маленькое свое дело, так, мини-семейное дело. Вот. А творчество это у меня получается как хобби, занимаюсь. Ну а вы представляете вообще как поэт, когда вот знакомитесь с новыми людьми? Все-таки как начинающий предприниматель? Нет, начинающий поэт, наверное. Это как-то лучше как-то звучит, наверное, чем предприниматель. Чтобы стать предпринимателем, нужно еще много трудиться в этом плане, в этой сфере. Вот. Когда состоюсь, тогда уже, может, дальше видно будет уже. Вот. А вот насчет того, что вопросы, можно вернуться, да, вот, которые вы озвучили до этого, что миссия. Вы знаете, я верю в то, что каждому Бог дал талант. Просто от человека много зависит. Либо он его зароет, либо приумножит. И если человек, мне кажется, одарен чем-то, это его может и погубить, если он не подготовлен к этому. Каким образом? В том плане, знаете, как бы придет гордость, говорят, придет посрамление. Когда, допустим, зачастую, возможно, вы слышали тоже, когда говорят, вы талант. Когда говорят то, что ты талант, человек, не знаю, некоторые, допустим, это принимают. Допустим, это может тоже пагубно сказаться.
на этом человеке. В том плане, то, что это может его погубить, в том плане может зазнаться. Uh-huh. И потом уже как-то отразиться может его на его творчестве. Мне когда говорят, то, что вы талант, я как бы стараюсь это не принимать. Как бы, я благодарю, говорю спасибо большое. Все. Но я понимаю, что это не мое, это то, что оно Богом. Вот Бог дал, Бог взял. Это, вот. Uh-huh. А миссия моя, я хочу посредством стихов как бы больше донести свет людям. Иногда пишу стихи как бы с призывом о помощи. Допустим, когда болен какой-то ребенок, допустим. Почему бы и нет? Почему в этой сфере тоже бы не направить то, что тебе Бог дал, ту способность? А какая вообще реакция, вот, когда вот через стихи вы рассказываете о проблемах, тем более ребенка? Вот, какая реакция аудитории? Вы ощущаете, что помощь, она как бы есть вот, реальная, вот, она зацепила? Вот? Ну, знаете, я скажу то, что Кыргызстан и наша страна как бы не без добрых людей. Много добрых, отзывчивых людей, которые адекватно относятся к этому, с пониманием. Много волонтеров у нас, которые тоже uh-huh. помогают. Вот. Но я в этом плане как бы тоже для себя сделал на заметку, то, что буду писать с призывом помощи, так что я готов, то, что вот, если кто-то же пожелает, допустим, чтобы опубликовать, допустим, я готов всегда открыт написание, к помощи, допустим, да? К помощи, да. Uh-huh. Тимур Керимбаев в Фейсбуке, да, таким образом зарегистрирован. Я знаю, что сейчас очень много, да, у людей проблем. И мне кажется, через стихи, да, через вот такую вот вольную, да, форму можно гораздо больше внимания привлечь к какой-то ситуации, да, проблемной. Так что обращайтесь, автор будет только рад помочь. Да. Можно как раз вот к этой теме Тимура Керимбаева угу. стих, который вчера я сочинил. Давайте. Напиши. Я прошу, напиши, я согрею тебя добрым словом. Бог мне дал слово жизни в любви, от которого легче становится. Напиши просто так от себя, стану ближе к душе твоей, братом, мужем или другом, возможно. Но от имени, супругой, сестрой, возможно, подругой, напиши, не скрывая все тайны, и тревогу твою забирая с собой, помогу я тебе добрым словом, от которого ты засияешь. Ведь тепло в добром слове всегда помогает. Напиши, если плохо. Я тебя поддержу. Ведь ты знаешь, что доброе слово в себе лучше даже, чем слиток земли золотой. Mm-hmm. И, быть может, однажды и я, как и ты, в добром слове в нужде окажусь для себя. И тогда я тебя попрошу. Помоги. Дай мне, дай слова мне от Бога для радости жизни. Mm-hmm. А вот вообще вопрос к поэтам. Когда лучше всего пишется вот? Когда? Это ночью, или это когда человек, допустим, переживает определенную ситуацию, мы это поговорили, да, рассказали. И это когда, допустим, он зол. Вот человек, когда зол, он может писать стихи? Это не контролируется. Поверьте, любая ситуация. Ну а стихи злые, получается, ответьте хоть. Ну, стараешься как-то смягчить, все равно понимаешь, что ты, раз ты людей призываешь к свету, как ты можешь писать зло? Какой пример ты даешь? Остальные. Тимур? Ну, у меня в основном стихи пишутся ночью, угу. когда все спят, когда никто не мешает, когда ты сосредоточен полностью. Но это тоже по-разному приходит. Иногда бывает за рулем, в машине как-то рождаются строчки. И вы на диктофон надиктовали, да, получается? Да, у меня как бы стараюсь телефон сразу записать, чтобы это не выветрилось, не угу. запомнить. Вот. Понятно, а вы? Вот какое время пишете? Тоже ночью? Да. Вот, как правило, все творческие люди говорят о том, что ночью легче всего пишется, потому что абстрагируешься от всего, да, от тех проблем, и наедине с собой уже как бы мысли уже четче и яснее становятся. Но я вас благодарю, что вы сегодня с собой украсили наш эфир. Спасибо. Мне кажется, спасибо. Читатели и почитатели вашего творчества стояло гораздо больше. Люди после нашего эфира потянутся к полкам, да, где книги. Старые книги, в которые не заглядывали, может быть, даже десятилетиями. И уже будут искать вас на полках наших книжных магазинов. Я желаю вам успехов, удачи. Спасибо большое. Мы завершаем наш сегодняшний эфир. У нас сегодня в гостях были Азиз Исраилов, Дмитрий Ачиулов и Тимур Керимбаев. До свидания.